К нам в комментарии пришли злые комментарии, комментаторы, и сказали, что Владимир Михайлович подает не так, невысоко, с руки, над столом. Сейчас мы с вами посмотрим, как он еще раз будет делать. Называем, как мы сейчас эту подачу назовем? С нижним боковым, с нижним правым боковым вращением. А Таня постарается принять, как нужно по технике, как расположить ракетку. Вот, видите, как Таня возвращает. Вот, смотрите на ракетку. Ай! Расположить ракетку при приеме в той же плоскости, в которой летит шарик. Ось шарика при наклоне создает плоскость. И эта плоскость является тем самым углом, под которым Таня ставит ракетку и принимает.